Хотите убить меня, но я могу вам помочь. Вы должны понять, он словно подчинил себе мои мысли. Я не в силах был думать сам. Пощадите, я ведь только сейчас стал собой. Я сделал много зла, много. Я раскаиваюсь. Я действительно не в себе. Боже! Эти звери вас слушаются? Невероятно! Помогите кто-нибудь! Клянусь вам, клянусь жизнью! Я пожертвую собой, чтобы покарать Вашингтона! А если пощажу? Я хочу лишь искупить свою вину. Я посвящу каждый миг уничтожению короля. Как? Поверьте, я могу быть очень полезен вам. Я служил Вашингтону, я знаю его привычки. Мы обсудим это с Адамсом. Мистер Адамс, я привел пленного. Франклин. Мерзавец. Во двор его. Расстрелять. Нет, нет, Сэм! Я же пришел в себя. Я хочу помочь. А убийство моего кузена Джона? А семьи из Дорчестера? А Северная Церковь, которую ты сжег вместе с людьми? Это ужасно. Убейте его. Нет. Он нам поможет. Чтобы победить, надо добраться до Вашингтона, а Франклин близко знает его. Мы узнали, что он в Нью-Йорке. Надо бы связаться с Джефферсоном в Манхэттене и атаковать вместе. Но как проскользнуть мимо оцепления вокруг Бостона? В гавани полным-полно солдат. Патнама нет, а капитан стражи на бостонском перешейке нам сочувствует. Думаю, он поможет, если сам при этом не пострадает. Значит, он должен помочь так, чтобы не выдать себя. Может, он утроит норму рома, солдат? Мы застигнем пьяную стражу врасплох и прорвемся. В Нью-Йорке я буду особенно полезен. И слушать не хочу! Я создал хитрую систему защиты для дворца Вашингтона. Нападение будет там полной неожиданностью. Сможете провести меня туда? Вам понадобится особый металл. В городе есть верный мне кузнец, он поможет. Что за вздор? Я добуду этот металл и догоню вас, Сэм. Это безумие, друг мой. Но до встречи в Нью-Йорке.
перед Родиной и королем. Чем могу помочь, господин? Меня прислал Бенджамин Франклин. У него к вам просьба. Франклин? Он сказал, у вас есть необычный металл. Он просит отдать его мне. Тут такое дело. Дайте его мне. Зашел тут один малый подковать лошадь. Время нынче такое, железо не достать. А детей-то кормить надо, а? Уж простите. Ты пустил его на подковы? Ага. Красиво вышло. Прямо очень. А тот малый сразу уехал. Он в крепости служит. Thank you.
О, ну и жара здесь. Я растопил печь посильнее. Чтобы расплавить этот металл, нужен очень сильный жар. Вы его достали? Надеюсь, у вас есть лом. Зачем? Сэм и Ганадоган с отрядом ушли на бостонский перешеек. Надеюсь, дойдут. Надо догнать их как можно скорее. Сперва мы это расплавим. Потом мне понадобятся чертежи. Я отдал их на хранение моему офицеру. Его почти всегда можно найти в таверне. Добудьте их, и я точно воссоздам нужную форму. Гляньте на его шкуру. Таким, как он, тут нечего делать. Таким, как он, тут нечего делать. Такого глянешь, пиво в глотку не лезет. Меня послал Бенджамин Франклин. Прости, дружище. Хочешь что-то? Обыграй меня. Нет, у меня мало времени. Играй или уходи.
Ладно. Только побыстрее. Слыхал про заварушку сегодня ночью? Ну и битва была. И битвой ты не назовешь, просто бойня. Патном облапошил целый отряд. Просто смешно. Что значит «облапошил»? Как по сидящей утке стрелять. Глухой. О чем ты говоришь? Представь, Патным пустил слух, что капитан стражи сочувствует повстанцам. Обхохочешься. Что? Старина Патным выманил всех красных мундиров на бостонский перешеек и просто выкосил этих дураков. Ты это точно знаешь? Я сам там был. Видел, как Адамс испустил дух. Хватит! Взять его! Задарма пили. Боже, нет! Пощадите, умоляю! Это просто славный, добрый парень. Я умоляю, пощади. Неужели он сказал правду? Адамс попал в западню? Я должен узнать.
Гавгана Догана? А это... его пальцы. Часть формы Сэма. Все в крови. Я должен знать точно. Нужно найти свидетелей. Просто ужасно. Ужасно. Повстанцев попросту смяли. Невиданная бойня. Их всех перебили. Теперь мы доберемся до Вашингтона. Боже, что случилось? Перешейк был ловушкой Патнема. А Адамс? Ганадоган? Они все погибли. Что? Надо бежать! Надо выбираться отсюда! По суше путь отрезан. Мы уйдем морем. Да, морем есть прекрасный корабль. Но меня знают, я не могу разгуливать так. Я вас замаскирую. Отличная идея. А пока дайте мне чертежи, и я обточу заготовку.
Слегка тесновато. Как я выгляжу? Нелепо. Можно было бы и соврать. У нас проблемы. Глянь, один из наших. Мы в таверну, айда с нами. Поставишь нам выпивку. Мистер Фолкнер, сэр. Кто это? Что за... Франклин? Это просто маскировка. Негодяй! Ты отнял у меня корабль! Тише, мистер Фолкнер. Мистер Франклин теперь на нашей стороне. Помогите нам. С какой стати? Вернете себе корабль. А? Причал охраняют, как зеницу ока. Если скажете, что нужно делать, я это исправлю. Ну, попробуйте. Надо отшвартовать аквилу, чтобы мы могли... ...плыть. А я покамест попробую собрать команду. Затем убьем охрану и отчалим.
Аквила готов. Команда с вами? Они здесь. Драться могут? Моряки-то, они всегда дерутся. Идем. Готовьте корабль, я их задержу! В воду, парни, в воду! Стрелки! Остановите их! Стреляют в Фолкнера! Остановите стрелков! Матросы стреляют! Стрелки! Остановите их! Моряков стреляют!
Только попробуй шевельнись, и он труп. Отзови людей и сдавайся. Нет, Радунхагейду, нет. Заткнись. Совершил столько зла. Все, скипетр. Но это не важно. В каждом человеке таится зло. Яблоко лишь будет его. Я знал, что пристань — ваш единственный шанс. Он пытал меня, брат. Ганадоган, мне все равно. Земля! Не может быть. Привез вам подарок, мой король. Это в него вы стреляли в упор в той деревне, Сир. И он выжил. Впечатляет. Ганадоган, ты жив? Друг мой, даже не верится, что ты здесь. Они сказали, ты мертв. И твоя мама тоже. Мать рода исцелила меня. Я не сумел спасти маму. И не сумел спасти деревню. Вот почему ты так двигаешься. Каждый раз на пути в небо можно встретить нового покровителя. Там каждый раз можно потерять рассудок. Я понимаю риск. Этот путь пройду я. Франклина нужно спасти не из тюрьмы. Его нужно спасти от власти Вашингтона. Я нашел друга, Радунхагейду. Сэмюэл Адамс. Вы тот самый воин в волчьей накидке. Замри! Боже, что я наделал? Патнама нет. А капитан стражи на Бостонском перешейке нам сочувствует. Я создал хитрую систему защиты для дворца Вашингтона. Нападение будет там полной неожиданностью. Сможете провести меня туда? Это безумие, друг мой. Но до встречи в Нью-Йорке. Боже, что случилось? Перешейк был ловушкой Патнама. А Адамс? Ганадоган? Они все погибли. Ты отнял у меня корабль! Тише, мистер Фолкнер. Мистер Франклин теперь на нашей стороне. Помогите нам. Надо отшвартовать аквилу, чтобы мы могли отплыть. А я покамест попробую собрать команду. Затем убьем охрану и отчалим. В воду! Готовьте корабль, я их задержу! Дикарь! Я здесь! Отзови людей и сдавайся! Я знал, что пристань — ваш единственный шанс. Он пытал меня, брат. Ганадоган, мне все равно. Земля! Не может быть.
Кто мог построить такую вещь? Сюда, слева по носу! Мы не под флагом короля. По нам откроют огонь. Соберите их флаги. С ними нас примут за своих. Слышали, парни? Вытяните флаги, поднимем их. Есть, капитан Фонклер! Я и забыл, как сражения будоражат кровь. Море и морской бой. Вот это жизнь! Да, я знаю. Это у нас семейное. Так твой отец был моряк? Нет, мой дед. Эдвард. Ходил в море со всяким сбродом, как говорят. За короля? За себя. Но это долгая история, капитан Фолкнер. Не спеши. Здесь могут быть мины. По минам не стреляй, иначе нас точно заметят. Флаг их обманул. Берегитесь, капитан. Черт, их не обойти. Стреляй первым. Не дай им опомниться. Стреляй по минам. Отправим этих псов на тот свет. Thank you.
пушки неисправны! У нас нет орудий! Нужно идти на таран! На таран? Полный ход, мистер Фолкнер! Все с корабля! И ты, Ганадоган, до встречи на берегу! Полный ход, парни! Мои очки, слава богу. Славный вид, правда? А, изыди, демон. Я не буду тебе служить снова. Не волнуйся. Нет, прошу! Снимите его! Сейчас, сир, сейчас! Не смей трогать! Здесь был еще один. Найдите его! Есть, мой король! Он хотел искупить свою вину. Он спас мне жизнь. Едва не убил Вашингтона. Томагавкам здесь не обойтись. Нужна великая сила. А это? Мусор. Не глупите. Это всего-навсего ключ. Но зачем? Духи зверей знают то, чего не знаем мы. Если я спрошу их, мне ответят. Все в порядке? Будьте начеку.
Зачем ты вернулся сюда? Я плачу по тебе, сын. Я плачу по тебе, сын. Сбился с пути. Ты ослушался, пренебрег моей волей. Я не смогу простить тебя, сын.
победишь! Я воплощение свободы! В этот раз я убью тебя наверняка! У вас был жар. Что с вашими глазами? Надо разделиться, чтобы найти Джефферсона и повстанцев. Хорошо. К счастью, вы здесь. Мы отвлекли Вашингтона в порту и дали повстанцам шанс. Они штурмуют пирамиду. Все пути перекрыты, их порежут на куски. Я должен быть там, с ними.
Вы можете это повторить? Вашингтон совсем обложил нас! Я задержу подкрепление, а вы к главным воротам! Отходим! Отходим! Синие мундиры сверху! Убейте их! Это еще что такое? Мой король, там народ штурмует пирамиду. Народ? Штурмует? Народ — это я! Да, сир. Народ — это я! Я отдал все служению свободе. Они не видят? Я жертвую своей жизнью ради них. Я разбил англичан, дал им свободу. Я! Они бунтуют. Это безумие. Вы наш светоч, мой король. Ломайте ворота!
Вы нас спасли. Теперь нам всем нужно затеряться в городе. Кто вы? Радун Хагейду. Рад встрече. Позже обсудим, как быть дальше.